7 выпусков назад я создал легендарного персонажа в игре Project Zomboid. Фитнес-тренер! И легендарность его заключается в том, что он легендарный неудачник. Прямо как ты. Это я не тебя, я просто себя вижу в экранчике камеры, поэтому это я себе сказал. Фитнес-тренер ничего не умеет и ничего о себе не знает, ведь характеристики его были выбраны рандомно. Как и в реальной жизни. Из выпуска в выпуск фитнес-тренер боролся за свою жизнь, но проигрывал. Но по какой-то причине он возвращался к жизни раз за разом. А потом внезапно он увидел самого себя, но уже в виде зомби. И тогда он осознал, что находится в какой-то временной петле. Или в дне сурка. Или в игре. Что? Это была шутка, никакая это не игра. Давайте не будем ломать четвертую стену, продолжаем сторителлинг. И теперь фитнес-тренеру предстоит набраться опыта, победить зомби и раскрыть тайны своего существования. О, как долго я спал? А что это на мне? Ах да, я же нашел военную форму. Я снял ее с этого чувака. Это, кстати, я в прошлой жизни. Не подумайте, что я нарцисс, но мне кажется, что эта форма гораздо лучше на мне сидит, чем на этом чуваке. Эх, это напоминает мне о днях, когда я храбро бегал по базе Блэквуд со своей любимой пушкой АК-Альфа. Хорошо, что я вспомнил это. Такой опыт может помочь мне выжить в этом суровом зомби-мире. Должен помочь, по крайней мере. Я надеюсь. Ведь если мне не поможет опыт, полученный в Warface, то я не знаю, что поможет. Да, я говорю про динамичный бесплатный шутер Warface, в который я постоянно играл. Другого опыта у меня нет. Пойду проверю. Что ж, этот опыт мне не особо пригодился, ведь я ни разу не попал. Но зато я еще как попадал в Warface. Столько фрагов я там набил в PvP и PvE режимах. Страшно вспомнить. Вот бы еще поиграть. Так, а на улице холодает. А значит, что мои дела плохи. Ведь из-за этих зомби я пропущу зимний сезон плечом к плечу, который стартовал Warface. Там ждет новый боевой пропуск с улучшенной системой ежедневных квестов. Я бы вспомнил классный квест и получил бы метовые пушки из новых серий Следопыт и Перевал, а также уникальное достижение и награды. О, черт, я слышу толпу зомби. Они идут сюда. Кажется, я обречен. Я должен оставить что-то после себя. Друзья, я сам не могу, но я оставлю для вас ссылочку в описании, чтобы вы могли скачать Warface бесплатно и насладиться этим драйвом. Вы также получите набор крутого и метового снаряжения как для новичков, так и для настоящих ветеранов игры. Нагните там других игроков ради меня. А мне пора сваливать отсюда. Итак, у меня сильное напряжение и хочу есть, пить. Дискомфорт, потому что очень большая нагрузка. В руках у меня всего лишь отверточка. Я не представляю, как я сейчас буду выживать. У меня нет никакого плана, как всегда. Так, надо что-то поесть. Я точно не буду есть залежавшийся виноград. Ведь я себя не на помойке нашел. А вот банан! То, что нужно. Нужно найти какое-то хорошее место, чтобы поспать. Вот этот дом, например. Многие из вас пишут в комментах, мол, изучи инструкцию, как играть в эту игру. А я скажу, что я ненавижу изучать, как что-то делать. Я хочу просто на своем опыте все познавать. По мне, гораздо веселее, когда ты не знаешь, что тебя ждет. При таком подходе режим апокалипсис превращается в конец всему. Что и означает апокалипсис. Собственно, мы дома. И черт подери, ой, как много хавки. Консервы болоньезе. Боже мой, я так люблю это все. Итальянская кухня. О, белиссимо, грация, белла серато. Теперь фитнес-тренер, он... Погоди, что это нажал? Что я... Оп. Впервые вижу вот это меню. Опа, и еще какое-то есть меню эмоций, дружественное. Помахать рукой. Я помахал. Куча еды, куча воды и очень спокойно здесь. Слушайте, мне очень нравится этот дом. Он прекрасен. Теперь я помню, что я каким-то образом делал шторы, но я не понимаю, как я их делал. Как-то я делал, и я потом это как-нибудь вспомню. Сейчас не вариант. Тут никого нету ведь. А, так, погодите, я еще не нашел ванную, пока еще рано ложиться. Наконец-то. Давайте очистим все бинты сначала. И почему-то мы не можем всю одежду постирать, потому что нам мыла не хватает. Наверняка где-то здесь найдется мыло. Витамины. После принятия придают энергию, уменьшают усталость. Топово. И обезбол еще есть. Черт подери, нет мыла. Меня забавляет, что у меня штаны порваны прямо в местах, где должны быть карманы. Не потому, что туда нельзя складывать теперь предметы, а потому, что выглядит очень сексуально. Фитнес-тренер, конечно же, хорош с собой, и это все должны знать. Именно поэтому все хотят сделать ему кусь. Потому что он очарователен. А чтобы быть очаровательным, вам нужно, конечно же, заниматься фитнесом, как ему. Ссылка на фитнес-центр в описании. Там нет ссылки на фитнес-центр. Короче, мне не хватило мыла только на отвертку. Да нахрен мне вообще стирать отвертку? Кто это вообще придумал? Спать пошли. Ай, да, хочу ли я лечь спать? Стоп, нет, не хочу я лечь спать. Погодите, я должен шторы зашторить. А, вот как я вешал шторы. Я снимал шторы с других окон просто-напросто. А теперь гоу спать. Че, мы выспались, у нас умеренный голод и скука. Скуку сейчас можно легко убить. Одев розовый... Ладно, не будем одевать розовый бюстгальтер. Блин, вся еда портится. Походу, вообще нет смысла таскать с собой. Мы будем просто ходить из дома в дом и все жрать. Так. Где у нас что-нибудь веселое? Вот, если я буду читать журнал, у меня будет развлечение?
Да! Смотрите, у нас есть рация. Давайте возьмем ее в руку. Я хочу понять, что с ней можно сделать. Попробуем поймать частоту какую-нибудь. Что? Он что-то говорит. А если включить микрофон, я могу что-то сказать? Я включил его. Если кто-то меня слышит, то подскажите, как вы меня слышите? Потому что я не могу настроить свою рацию, чтобы кого-то послушать. Конец связи. Что ж, давайте предположим, что теперь это наш дом. Мы кидаем здесь медицинскую сумку и, наверное, армейские ботинки тоже. Это нас не облегчило. Стоп, погодите, у нас еще одна медицинская сумка есть. Откуда у нас две сумки? Я не помню, чтобы я ее брал. Ладно, меня интересует вот этот дом. Он выглядит как будто бы незаконченным. Пойдемте его проведаем. Нет, это обычный дом. Туда мы не пойдем. Опа, смотрите, пляж. Я впервые вижу пляж в этой игре. Я туда не пойду, там слишком много зомбарей гуляет. Я не люблю, когда людно. Я решил вернуться в город. Я хочу залутать чертову аптеку. Я мечтал об этом всю свою жизнь. Главное убить вот этих четверых. И вот этих пятерых. Или лучше просто их избегать. А я знаю, как избежать. Итак, сейчас время 22:30. А у меня есть... Где он? Он был же? А, вот, механический будильник. Ой, мама! Мама, я засмотрелся! Два раза укусил! Боже мой, какая боль! Я хотел сделать западло! Я хотел устроить диверсию! А в итоге просто меня покусали. Ох, как меня покусали! Стерильный бинт! Пожалуйста, не умирай, не умирай. Незначительная боль? О чем ты говоришь? У нас же есть обезболивающее. Во, исчезла боль, прекрасно. Давайте еще примем витаминки, ведь нам нужна энергия. Я это говно не потерплю. Откуда у меня фонарик в руке? Я что, его брал? Смотри, какой лысенький идет. Почему он идет мимо меня? Почему он... Как это жутко было сейчас. Он был какой-то аномальный сначала, как мне показалось. А что есть у нашего друга? Куртка. Защита от укуса. Видите, целых 10. Я царапин 25, а армейская почему-то не защищает ни от чего. Блин, я одену тогда вот это. Вот, я включил фонарик наконец-таки. Вау, как прикольно. А зомби на это реагируют? По-любому они должны реагировать на это. Итак, диверсия. Я не знаю, как далеко действует эта звуковая волна от будильника. Но давайте попробуем начать отсюда. Настройки будильника. Сейчас 0:30. Стой. Черт, идет. Как ты меня заметил, а? Ты чем меня замечаешь? Я был всю жизнь неприметным. Чё это вдруг сейчас, когда мне уже не надо, ты обратила на меня внимание? Чё это на тебе костюм какой-то странный, как будто супергерой? Так вот, я хочу будильником всех приманить. Погодите. 0:50. 0:55. Включить, завести, поставить. Погоди. Уже час. А чё, не сработал? Будильник, ты чё? Надо дать тебе больше времени. 1:30. Включить. Поставить вот сюда. Легкий шаг. Плюс один, отлично. 1:20. Сейчас мы должны услышать его. Сейчас я так всех отвлеку, ребят. Час 30. Почему он не работает? Я чувствую... Погодите. Блин, он работает. Его никто не слышит. Посмотрите, какой он негромкий. Вот его радиус действия. Вот. Вы угораете? Стоп! Блин, так вот же будильник играет, почему ты идешь на меня, зомби? Твою мать! Короче, она так и будет идти за мной, да? Ну-ка, падай. Ну-ка, падай, я сказал. Затопчу. Леопардовые трусы, серьезно? Ты заслужил смерти. Что-то я разочарован в будильнике. Давайте мы его заберем. Иди ко мне, мой жалкий друг, на что негодный. А как много! Скрытность плюс один! Прокачиваемся, отлично. Па-па-па-па, тихо. Меня увидели уже? Эти ребята меня уже видели. Все в порядке, я военный. Я сказал, я военный, ты что, не слышишь меня? Нет, нет. Не ковыряй меня, тут ничего. Стоп. Сколько? Трое. Пырнуть. Почему у меня сильный бой? Я же не кацанулся даже. Слушайте, вы упадете или как сегодня? Давай, затопчи. Отлично, в сраку, отверткой. Что, не подошла к твоей заднице? У тебя крестовая, да? Ну извини. Что это был за удар позорный в пустоту? Все, я разобрался с ними. Незначительная боль, неприятное ощущение, незначительный перегрев. Все это так незначительно. Нож для конвертов! Сейчас 3 часа 10 минут. Давайте попробуем еще раз. 3 часа 30 минут. Заводим будильник, поставить его. Еще немного, и они так отвлекутся, я надеюсь. Не, ну любой бы услышал с такого расстояния будильник. 3:30. Чё, нет? Никак? Погодите. Идут. И меня увидел. Ты прикинь? Меня увидел. Ну, может, потому что я светил на него, я не знаю. А те идут
Вот это я красава! Ты чё, меня пальцем тычешь? Это неприлично. Вот тебе ножом. Ножом для конверта. Ты мой конверт теперь. А! Мой шлем прогрыз! Мой шлем прогрызло! А! Нет! Какого дьявола? Что происходит? Что за говно происходит? Я вернусь! О! Теперь-то мы слышим будильник! Прекрасно! Фитнес-тренер, восстань! Давайте возьмем сковородку и будем ей сражаться. И немножко жратвы. Все, не будем себя набивать. У нас характеристика худой, значит, мы будем быстро травмы получать. Почему я не выбираю сам себе характеристики? Две причины, на самом деле. Первая, это мне впадло. А во-вторых, в жизни ты тоже себе не выбираешь характеристики, правильно, при рождении? Вот, собственно, я имитирую жизнь. Как она есть. О, курсы строительства. Том 1. Начнем. Но фитнес-тренер и так знает о строительстве все. Ведь он построил такое шикарное тело. Посмотрите на эту осанку. На эту поясницу. На эту попку. Огромные икры. И груди на спине. Волосатые груди на спине. Я не знаю, как ты это сделал, фитнес-тренер. Ты вообще человек? Прочли, стали очень умными. Прочитаем сразу и травника, журнальчик. Опа! Пешня для льда. Это надо взять, потому что это для меня оружие. Так, где я нахожусь, я не понимаю. Погодите, что? Незначительное кровотечение? Уже? И уже... Я не понял, откуда? Я что... А что я сделал? В крапиву наступил? Занозу получил от деревянного забора? Я не понял, что я сделал, не так. Я даже не знаю, давайте майку что ли свою порвем. Просто мне нужно не терять кровь, ибо она мне еще нужна будет. О боже мой, как ты... Че так много их? Ой, куда я в лес зашел? Стоп, погодите, я здесь! Я уже пришел! Ладно, надо разобраться с этими ребятами. А прожарим вас сейчас как следует. Не пытайся схватить меня за ногу. Почему вы не встаете? Ой, они ползучие. Это ползучий вид зомби. Хорош. Хорош. Вот, я одену свитер. Еще джинсы. Вон он, фитнес-тренер, тусуется со своими новыми друзьями возле будильника. Я не одолею. Я не смогу одолеть всех этих зомбарей. Нам нужна какая-то цель. Цель может быть только одна. Нам нужно сделать базу, которая будет неприступна. В таком случае подойдет вот тот дом, как мне кажется, который вот этот фитнес-тренер себе присвоил. Чтобы его заполучить, мне придется убить их всех здесь. Я вообще без понятия, как это сделать. Надо что-то придумать. Во-первых, надо убедиться, что больше никого нету здесь в округе. Хорошо, вон еще одна проблема создаст. Опа! Идет один чувак на меня. Мы их поодиночке будем убивать. Иди сюда, это мой фургончик с мороженым. Давай, заходи, заходи, заходи. Вот тебе мороженое! Стоп, погодите! Я слышу! Вертолет! Как же подать сигнал? Никак! Уже прям над нами сейчас как будто летит. Эй, сюда! Я живой! Маши, фитнес-тренер! Влево, вправо! Нет! Фитнес-тренер бежит, чтобы убить фитнес-тренера. Можно ли это считать каннибализмом? Смотрите, у меня легкая паника началась. Падай. Фитнес-тренер упал, ты не упала. Ты что, такой слабый фитнес-тренер? Хорошо, мертва. Есть, я смог. Надо увести их отсюда. Побежали. Не паникуй. Удар. Удар. Как-то их нужно вынести по одному. Для этого давайте забредем вот сюда, в магазин. Черт, тебя еще не хватало. Дверь выломали. Ладно, все, стоим, не паникуем. Давай, топчи же. Ну, топчи. Вот, есть. Че у нее? Кожаный плащ взять, надеть. Опа, идет. Убери свои руки от меня. Закрой. Ой, фитнес-тренер. Это, кстати, идеально. Мне даже не придется сейчас с ними сражаться, ибо я могу просто... Блин, ну мне придется сражаться с этим. Стоп. Я такой же зомби, как ты. Нет, не прокатит маскировка. Ну, не то, чтобы я супер замаскировался. Слышите? Вертолет до сих пор летает. Нужно конвертов назначить, просто взять. Почему он безжалостно летает и смотрит, как я тут сражаюсь? Почему он не хочет мне помочь? Госпожа полицейская! И выстрелы еще какие-то. Я не знаю, это с вертолета пытается выстрелить в зомби, помочь мне. Какая она бойкая, да господи. Есть! Забрать! Кобура, забрать! Раз, два, три, четыре, со всех круги взлетаются. Из-за чего это все? Из-за вертолета? Я немерено устал. А, блин, все, хана! Просто беги! Нельзя находиться в этом районе, тут слишком много вертолета. Ой-ой-ой, простите, как же мне потерять вас всех? Я думаю, нужно пройти через лес. Окей, вот он, этот дом. Ты кто? Откуда там взялся? Кто тебя звал в мой дом? Да чтоб вас... Сколько же вас здесь? Опа, погодите. Тихо.
Давайте сейчас просто закроем дверь. По-моему, мы их потеряли. Просто идем наверх. А! Блин, как это? Я хотел постирать одежду, ты зашла! Откуда ты взялась здесь? Где ты была? Взять ключ, я не знаю, для чего ключ. Но я возьму. Кровь! Так, я испытываю сильную боль, поэтому я не могу лечь спать. Аптечка внизу, все будет хорошо. Иди за аптечкой. Спокойно, не суетись. Никого нету дома. Это так все напряженно. И так весело. Блин, мне очень нравится эта игра. Сумка. Обезболивающее. Принять. Что это лежит? Армейские ботинки. Надеть. Я могу теперь-то уснуть? Да. Спать. Есть. Мы проснулись в 4:50. У нас опять боль. Хорошо, у нас теперь есть еще кобура, которая дала нам новый слот внизу. Мы можем, наверное, назначить на спину себе шотган. Передернуть ему затвор, чтобы был наготове. Давайте, пока мы здесь, пока мы в безопасности, будем... учиться. Мы зажимаем R, и таким образом мы можем извлечь патроны. Я зажал X, и смотрите, я вот этот затвор передергиваю. Я понял, что таким образом я просто патроны вытаскиваю из него, да. Но нам нужно зарядить его обратно. R это зарядить, Q это... Пс. Эй, мы издаем звуки на Q. А это что такое? А, это типа, наверное, исследовать местность на Y. А на P у нас информация персонажа. Наконец-таки я открыл это меню. Состояние здоровья отличное. Фитнес. Это мое имя, да. Мы можем заниматься здесь! Бёрпи! Давай, понеслась. Оп! У нас сильная боль от бёрпи. Мне нельзя, чтобы вы сломали это окно. Спасибо. Ладно, давайте, поднимайтесь. Поднимайтесь, поднимайтесь за мной. Они, кстати, все на фитнесе, особенно вот эта девушка. Осторожней, ступеньки, бич! Они мертвые. Прекрасно. Я взял осколки стекла. Потом давайте уберем осколки стекла. Я знаю, что нужно сделать. Ведь зомби не увидит меня на втором этаже. Они видят меня только здесь. А значит, нужно пойти и забрать все шторы. Повесить простыню. И теперь закрыть. Ох. Погодите, но я снимал шторы, откуда я простынь-то взял? Слушайте, а может быть это просто я беру какие-то рандомные простыни из ниоткуда, закрыть шторы? А могу ли я запереть дверь, во-первых? Yes! Повесить простыню? Yes! Сейчас закупоримся, друзья. Это все-таки не просто шторы. Это именно те шторы, что я забрал. Просто они превратились в простыни. Итак, кидаем здесь медицинскую сумку. И наша задача теперь пойти забрать фитнес-тренера. И после этого у нас будет одна большая задача. Превратить этот дом в крепость. Придется, конечно, пойти по лесу. Это очень опасно. И вроде бы здесь спокойно, тихо. Птички поют. 100 пудов. На эти палки можно наступить случайно, да? И издать какой-нибудь неприятный звук. Ух, хорошо прошел. Умничка. А это что такое? Какая-то трещина огромная. Я тут нашел курс электроники. Первый том, поэтому я думаю, лучше сразу прочитать, а потом уже идти дальше. Почему у меня все время незначительная боль? Откуда она берется? Знания получены! Есть нож. Мы сможем им отбиваться. А теперь давайте на закате дня пойдем и найдем фитнес-тренера. Я хочу забрать все, что у него там было. Ой, что-то вас много. Как вы хотите, чтобы я прошел мимо этого всего? А, я понял. Я коцаюсь, когда поднимаю осколки стекла. Нет, 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 нет. Кто тебя просил подходить? Кто тебя звал? Легкий шаг прокачивается. Ну, конечно, я так легко шагаю по их головам, что даже самому не верится. Запрыгиваем. Я думаю, если я через дом пройду, у меня гораздо больше шансов. Что там у нас? Раз, два. Пожалуйста, пройдите в мой кабинет. Надо убить его скорее. Черт, я так и знал, что второй придет сейчас. Третий. А-а-а! Выходим. Выходим. Почему? Блин, почему ты не вышел? Прикиньте, он не выпрыгнул, друзья мои. Я пошел из этого учреждения! Ты здесь откуда взялся? Тебя не было, зомбо! Подохни! Перелезть! Надо выдохнуть. Тут тоже, друзья. Почему так много зомби стало? Я что, режим каким-то образом изменил и усилил? Я не могу ничего делать, так как я очень устал. О, нет. Надя, по жопе так... Красота! Да, детка. Очки, конечно же, надеть. Слушай, нам нужно зайти в эту детскую комнатку. Тут дверь сломали. Закрыли штору. Стоим. Что мы можем противопоставить этой ситуации? Может быть, мы можем просто открыть и впустить. Затоптать ему лицо. Немножечко. Чисто слегка. Подойти. Закрыть дверь. Да-да-да, хорошая идея. Знаете, какая? Снять отсюда штору и повесить ее сюда. Все, мы закрылись. Приватность. Чувствуйте это. Приватность. Боже мой, давайте спать уже. Я думаю, мы выживем. Мы выживем в принципе. Однажды. Потому что... Господи, фитнес-тренер, он как нейросеть.
каждый раз нейросеть прогоняет версии фитнес-тренера, пока не получится та самая, которая способна противостоять зомби-апокалипсису. Вот она загадка, одна деталька этого пазла. Кто же такой фитнес-тренер? И кто эти люди на вертолете? Что они хотят от нас? Как вы думаете, можно ли выходить? 6 утра, куча зомбарей. Слушайте, я думаю, надо здесь просто нагло действовать. Ибо мы так будем очень долго пытаться что-то изменить в нашей жизни. Надо просто забрать все, что мы нашли у фитнес-тренера, и вернуться домой. Чтобы потом уже начать думать, как все-таки уметь выживать. Как это делается? Как другие умеют, а я нет. Но я пока еще не умею. План провалился! Хотя, может быть, если я соберу их всех... Во-во-во-да-да-да-да, хорошая мысль. Давайте, все ко мне. О, будильник, взять! Нет! Не успеем. Умнички, давайте ко мне. Бобики, все ко мне. Я словно знаменитость, как будто бы я известный блогер. Давайте заберем эту штору. Она пригодится именно дома у нас. Скорее. От... Хорошо, взяли, перелезли. В смысле? Давай, ублюдыш! Вот этого я не ожидал. Нет! Воу. А! Как это так произошло? Почему я не смог перелезть? Потому что я устал. Это не удар. Это говно, не удар. Так, да что же меня... Что же мне делать? Вообще, нужен ли мне этот фитнес-тренер, этот труп? Я потом за ним приду. Он мне не нужен. Побежали отсюда. Это мой бег. Кажется, я в жопе. Я буду очень удивлен, если я выпутаюсь из этого дерьма. Ибо я сейчас свалюсь с ног. Вон наш дом. Я уже даже бежать не могу. Я могу только спокойно зайти, закрыть дверь за собой и немножечко... Как ты пролез? Будь ты проклят. Как же быть? Давайте возьмем нож. Вы недостаточно устали. Я недостаточно устал? Ладно, давайте сядем на землю. Давай же, убирайся. Есть, все, я снова энергичен. Пора пойти и убрать этих зомбарей из моего дома. Где же здесь был? Он где-то был здесь? Я знал, что ты будешь здесь, поэтому эта музыка ни к чему. Вот он. Да почему ты? Почему ты не падаешь? Все, топчитесь. Я выбрался из этого говна, отлично! Вы понимаете, что это значит? Что мы можем сдохнуть чуть позже? Нет! Ни в коем случае! Этот дом станет нашей крепостью! Я стану лучше, я прокачаюсь! Вы будете свидетелем того, как я прокачиваюсь! Видите? Вот! Вот уже прокачка! Да, вы все это увидите! Вот здесь! Нажмите сюда, и тут будет следующий эпизод Project Zomboid! Но если он еще не вышел, то здесь будет другое видео! А потом Project Zomboid, когда он появится! Вот, сюда нажмите. Либо плейлист, чтобы посмотреть предыдущие серии. С вами был Юджин, друзья, и всем пять!